сегодня, 23 июля, продолжились боестолкновения между карателями Киева и Народной армией Новороссии у города Лисичанск Луганской Народной Республики. Также бои идут близ моста через реку Северский Донец. Обстрел Луганска со стороны прокиевских сил, применяющих артиллерию и РСЗО, за последние сутки привел к гибели трех мирных жителей. Оборона города продолжается. Силы Народной армии отступили от Карловки, Нейталова и Первомайского без потерь в технике и с незначительными потерями в живой силе. Также бойцам Народной армии пришлось отступить от аэропорта Донецка. Бои в северо-западной части города продолжаются. Населенный пункт Дубровка перешел сегодня утром под контроль Народной армии, но бои в районе населенного пункта продолжаются. В районе Дьяково Народной армии с помощью РСЗО «Град» и минометов накрыта 79-я аэромобильная бригада карательных сил Киева. Также нанесен удар по расположению 72-й бригады карателей Киева у Краснопартизанска.